Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A53. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве заблокировать какие-либо приложения. Для того, чтобы это сделать на Samsung, нам нужно создать папку Knox. Для того, чтобы нам создать папку Knox, мы переходим в настройки, далее переходим в биометрия и безопасность, далее мы переходим в папку Knox. И нажимаем разрешить, продолжить и ждем теперь, когда наша папка будет создана. Здесь мы можем включить или выключить уведомления. И теперь мы выбираем тип блокировки папки Knox. Пусть это будет пароль, который будет отличаться от вашего экрана блокировки на телефоне. И теперь мы можем еще добавить какие-нибудь приложения сюда, в нашу папку. Outlook. Google Фото, например. И здесь мы можем нажать «Заблокировать и выйти», можем добавить файлы, можем изменить, зайти в настройки и так далее. Все, теперь, если мы попробуем зайти в папку Knox, нам придется вводить какой-либо пароль. Ну, точнее, не какой-либо, а наш. Вот так вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.